Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за выпадения обильных осадков поднялся уровень воды на малых реках Тувы. В Туве, в Улукьемском районе, из-за сильных дождей паводками водами размыло подъездную дорогу к селу Арыскан. На данный момент организован временный проезд, сообщается на официальной странице в социальной сети ВКонтакте председателя администрации Улукьемского района Рустама Чуданоола. Сам Арыскан не подтоплен. Село располагается на возвышенности, поэтому даже рисков его подтопления нет, сказал он. По его словам, также организованы пассажироперевозки по маршруту Шаганар-Арыскан-Шаганар с привлечением автотранспорта ГАЗ-66. Для возможного экстренного реагирования в Арыскан направлена техника МТЗ-80. На территории села организованы круглосуточные дежурства сотрудников администрации, полиции и ЕДДС района. Со стороны Шаганара на подъездной дороге установлен круглосуточный пост ДПС и сотрудников тыла «Автодора». В связи с обильными осадками и резким поднятием уровня воды на реках с 27 июля до особого распоряжения на территории Терехольского района объявлен режим повышенной готовности. В целях предупреждения происшествий приняты меры по временному ограничению движения транспортных средств на маршрутах Нарын-Кунгуртук, Кунгуртук-Тарыс. Региональное МВД обращается к автолюбителям о соблюдении мер безопасности и просит без острой необходимости не осуществлять поездки в указанных направлениях. В Туву прибыли участники второго международного этапа конкурса «Военное ралли-2019». В культурном комплексе «Центр Азии» 30 июля состоится церемония приветствия участников второго международного этапа конкурса «Военное ралли-2019». Участникам ралли – это 10 команд по 15 человек – в знак уважения преподнесут белые кадаки – символ бескорыстия и чистых помыслов. В честь гостей будет звучать хоумей в исполнении фольклорного ансамбля «Тыва». В рамках ралли для гостей запланирована культурная программа, куда войдет в том числе посещение Национального музея Алдан-Маадыр Тувы, мараловодческого хозяйства в городе Туране Пихемского района. Второй международный этап в рамках армейских международных игр пройдет в республике с 4 по 10 августа. В нем примут участие 5 команд – Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Республики Сербия и Китайской Народной Республики. Торжественное открытие конкурса состоится 4 августа. Со следующего дня стартует первый этап – индивидуальная гонка. Всего в конкурсе 4 этапа. Маршрут движения военных транспортных средств охватит следующие районы. Кызыльские местечко Тозбулак, озеро Чедер, сел Целинное, Усть-Элегест и Сукпак, Тандийский и Каахемский район. В департаменте по социальной политике мэрии города Кызыла открыт пункт сбора детских автокресел. Все мы не понаслышке знаем, что такое поддержка наиболее уязвимых групп населения, малообеспеченных и многодетных семей. Именно в помощь им департамент по социальной политике мэрии города Кызыла проводит благотворительную акцию «Автокресло детям». Данная акция – не прихоть и не каприз, а суровая необходимость. Ведь безопасность ребенка во время поездки в автомобиле – это первостепенная задача для любого водителя. И для того, чтобы исключить серьезные последствия для маленького пассажира в аварии, его необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве. Всех, у кого есть автокресло, автолюльки или детские ремни безопасности, которые уже не используются, просим принести в департамент по социальной политике мэрии города Кызыла по адресу город Кызыл, улица Кочетова, дом 29. Контактный телефон 2-11-27-3-01-89. Главное, чтобы устройства были в исправном состоянии. Детские автокресла принимаются бесплатно. Затем, по мере надобности, они будут выдаваться нуждающимся родителям. В текущем году для успешного прохождения зимнего стойлового периода 2019-2020 годов план заготовки грубых кормов составляет более 226 тысяч тонн. План заготовки грубых кормов участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» составляет более 6 тысяч тонн, в том числе. Для обеспечения сочными кормами молочно-товарных ферм требуется заготовить не менее 4,5 тысяч тонн сенажа для ферм Каахемского, Пейхемского, Судхольского и Тандинского районов. Также
Также для моралхоза «Туран» запланировано заготовить 600 тонн кормов и 250 тонн зернов урожая для обеспечения имеющегося поголовья – 7,5 центнерами кормовых единиц. Высота травостоя по республике составляет около 60-80 сантиметров. В степной зоне в среднем до 55-65 сантиметров. На лесостепной зоне и на северных склонных участках высота растений чуть выше или от 80 до 95 сантиметров. В настоящее время к кормозаготовительной кампании приступили практически все районы. В Байтайгинском, Барунхепчикском, Авюрском, Эрзинском и Мангунтайгинском районах отмечается низкая высота травостоя. Кроме того, постоянные проливные дожди не позволяют приступать к массовой организованной заготовке кормов. По состоянию на 26 июля, по оперативным данным Управления сельского хозяйства районов по республике, скошено более 3600 гектаров, из них убрано 2736 гектар. Объем заготовленных кормов составляет 3950 тонн. В целях профилактики административных правонарушений Управление Роспотребнадзора Тувы напоминает, что постановлением правительства России утверждены правила маркировки табачной продукции средством идентификации и особенности внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке в отношении табачной продукции. С 1 июля не допускается ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них обязательной маркировки. Маркировка табачной продукции будет представлять собой специальный двумерный штрих-код, который содержит код товара, уникальный номер упаковки, криптографический код проверки и информацию о максимальной розничной цене. Иные виды табачной продукции подлежат обязательной маркировке средствами идентификации с 1 июля 2020 года. Для предприятий розничной торговли с 1 июля возникает обязанность по внесению в информационную систему мониторинга сведений в отношении розничной продажи табачной продукции, произведенной после 1 июля. Розничная продажа указанных видов табачной продукции допускается только при условии передачи в информационную систему мониторинга сведений об их продаже. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 63 рубля 13 копеек, евро 70 рублей 31 копейка. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет? Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Thank you.
взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей.23 июля сотрудниками МВД, ФСБ и Министерства природы республики остановлены и проверены два легковых автомобиля, за рулем которых находились граждане иностранных государств – Кыргызстана и Сирийской Арабской Республики, сообщается на сайте Министерства природы региона. Данные лица перевозили в ящиках из-под бананов 146 особей голубей без разрешительных документов на добычу и транспортировку. Гражданин Кыргызстана, несмотря на неоднократные предупреждения и замечания о том, что сотрудник Министерства природы находится при исполнении своих должностных обязанностей и является должностным лицом, начал предлагать взятку взамен смягчения наказания или уменьшения суммы причиненного ущерба и прекращения административного производства в отношении его друга и гражданина Сирийской Арабской Республики. 26 июля во время рассмотрения протокола об административном правонарушении вышеуказанные граждане иностранных государств передали сотруднику Министерства природы деньги в качестве вознаграждения за их освобождение от административного наказания. Указанные действия проходили под контролем сотрудников полиции, куда ранее с соответствующим заявлением обратился сотрудник Министерства природы. Данные граждане задержаны, проводятся разбирательства для установления всех обстоятельств происшествия. Впервые в республиканской больнице номер 1 будут проходить стажировку по травматологии зарубежные коллеги из приграничного ОВС Аймака Монголии. С 24 июля по 7 августа врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением центральной больницы ОВС Аймака Жамбал Бацук и операционная медсестра Дарима Дуде ознакомятся с организацией работы и проведением операции в резбольнице. В августе намечен приезд специалистов из Южной Кореи. В республиканской больнице номер 1 постоянно обновляется оборудование, внедряются современные технологии диагностики и лечения. Высокая квалификация персонала позволяет оказывать более высокотехнологичную медицинскую помощь. Успешно выполняются высокотехнологические оперативные вмешательства, в частности, эндопротезирование суставов. Это создает условия для расширения международного сотрудничества республиканской больницы номер 1 и участие в реализации федерального проекта развития экспорта медицинских услуг. В свою очередь, врачи резбольницы постоянно принимают участие в международных конференциях и симпозиумах, проходят стажировку в ведущих медицинских организациях России, а также в зарубежных медицинских центрах для освоения новых методов диагностики и лечения. Так, недавно три врача прошли стажировку в госпитале Бунданг Сеульского национального университета в Южной Корее. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Местами при грозах от 13 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13 градусов. Местами плюс 2, плюс 7 градусов. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. Местами плюс 18, плюс 23 градуса. В Кызыле переменная облачность без осадков. Возможна гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.